Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Живого ТВ программа «Живьем» и я ее ведущая Каэли. У наших сегодняшних гостей за спиной акустическая гитара, и они шагают по дороге рок-н-ролла в своих ботинках. А ботинки у них не простые, а тоже акустические. Я вам представляю сегодняшних гостей. Группа «Акустические ботинки». Привет! Ну и сейчас я прошу участников группы представиться и, наверное, сказать о себе пару слов. Виталий Матюхин. Играю на гитаре, пою, сочиняю. В любом порядке. Я тогда представлю, да, поскольку у меня микрофон. Антон Денисов играет на баяне. Иван Гончаров – валторна. Дмитрий Квасов – бас-гитара. Владимир Панин – барабаны. И Лариса Горчакова – бэк-вокал. Вот нас сегодня шестеро. А, кстати, нас сегодня смотрит седьмой участник коллектива. Это наша флейтистка Юля. Юля, привет. Привет, Юля из Подольска. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы смотрите нас на сайте www.tv-l.ru и на сайте Карбина. Заходите на нашем сайте в чат, задавайте участникам группы свои вопросы, они с удовольствием на них ответят. А также наши гости, присутствующие в зале. Придумывайте вопросы, поднимайте руку, я подойду к вам с микрофоном. А сейчас я предлагаю нашим сегодняшним гостям сыграть первую песню, чтобы вы имели представление о том, какая сегодня будет звучать музыка. Итак, первая песня называется «Яблони». Thank you.
С почином нас. Ну, на самом деле, то, что я говорила, представляя эту группу в самом начале, это была своеобразная телега, придуманная участниками группы уже тогда, когда сама группа существовала. А какова же настоящая история создания группы? Настоящая история, когда я пришел к нынешнему басисту Дмитрию Квасову и сказал: «Митя, я сочинил где-то 10 песен, ну примерно. Я слышал, ты играешь на гитаре, приезжай ко мне завтра, я буду петь, а ты мне подыгрывать». Вот так и началось, собственно, все. А как электрические ботинки стали акустическими? Ну, электрические ботинки — это название группы в одном из сериалов, который шел в то время по какому-то каналу. А у нас тогда не было электрогитар, было две акустики, пионерский барабан, и крупу мы насыпали в банку из-под пива, это был шейкер. Вот, собственно, потому что электричества не было, поэтому и родилось название «Акустические ботинки». Со временем мы хотели, конечно, стать, может быть, электрическими, я еще не помню сейчас. Но так вот и появилось. Акустические, так акустические. А пионерский барабан и банку из-под пива с крупой вы больше не используете? Я не так давно на Новый год наряжался пионером. Вот, и чтобы мой костюм был наиболее завершенным, я хотел в него добавить барабан, да. Но вот этот барабан, с которого мы начинали, к сожалению, найти не удалось. Ну, а пивных банок с тех пор уже столько было. Все не упомнишь. Но уже без крупы, конечно. Хорошо. Какая будет следующая песня? Следующая песня называется «До боли знакомая». Вот, специально исполняем ее для Алексея. Стоит. Она называется «До боли знакомая». Да, «До боли знакомая». Но я думаю, что нашим слушателям она тоже окажется «До боли знакомой». Ну, вряд ли, конечно, но все впереди. Мы с тобою до боли знакомые, без тебя в состоянии комы я. Без тебя сам с собою не дружен я. Ты одна, это все, что мне нужно. А помнишь, время не жизнь, а сплошной дурдом. А теперь все своим чередом. А теперь все как есть, без прикрас. Только ты и тогда была, и сейчас. А я иду домой по финишной прямой. Ужу шагами гулкими, живущих в переулках им. Ты с каждым метром ближе, луна мне щеку лижет. А я шагаю, что есть мочи. Ты освети мне свысока дорогу к милой покороче. Все были, как будто и не были. Мне увидеть гитару в огне бы. И, может быть, это рифмы б навеяло. А пока я ей машу словно веером. Смех сквозь слезы в порыве отчаяния. А тебе лишь одной мой чаяние. Ты мой крест, ты мое исступление и наказание. И преступление. А я иду домой по финишной прямой. Ужу шагами гулкими, живущих в переулках им. Ты с каждым метром ближе, луна мне щеку лижет. А я шагаю, что есть мочи. Ты освети мне свысока дорогу к милой покороче.
я иду домой по финишной прямой. Бужу шагами гулкими, живущих в переулках им. Ты с каждым метром ближе, луна мне щеку лижет, а я шагаю, что есть мочи. Ты освети мне свысока дорогу к милой покороче. Уж за спиной остался плес, и где-то воет старый пес, и с каждым днем длиннее ночи. В общем, о чем была песня, я не знаю. Слова, мне кажется, не очень понятно, да, в зале? Понятно, да? Ну, песня «Идущего домой». Вот, мы продолжаем. А у кого-нибудь в зале уже есть вопросы к участникам группы? Что, энтузиастов нету? Хорошо, фантазия пока работает плохо. Надеюсь, следующие песни вдохновят наш сегодняшний зал на вопросы. Но я тоже надеюсь. Ваша группа играет фолк-рок, фолк-рок-н-ролл, наверное, даже больше. А какое влияние на вашу музыку, на ваше творчество оказал традиционный русский фольклор? Прямое влияние на наше творчество оказал традиционный русский фольклор. Вот, поскольку, ну, из тех, кто на сцене сейчас, вот, Дмитрий, Владимир, Антон, я и Лариса когда-то пели, либо сейчас поют в данный момент в фольклорном ансамбле «Истоки». Вот. Народные песни мы там поем. А что это за ансамбль? Расскажите подробнее. Ну, это ансамбль, который существует в городе Подольске, собственно, где и мы тоже существуем. Вот. И следующая песня в нашем исполнении тогда будет народная. Называется «Налей, мама». Отлично. Налей, мама, а стакан рому, а я еду до приему, я до ухахаха, а я еду до приему. Налей, мама, а стакан чаю, а я еду, ох, уезжаю, е-е-е-е, да уха-ха-ха, а я еду, уезжаю. По ней бегает машина. По ней бегает машина. Там сидели офицеры, е-е-е-е, да уха-ха-ха. Там сидели офицеры, а мой номер. Сказали, сказали, что принятой, е-е-е-е, да уха-ха.
да уха ха ха, что принято у солдаты. Песня была рекрутская. Это когда раньше в армию забирали. Ну, вот примерно такое пели, наверное. Хорошо. У нашего зала появились вопросы? Технопрогресс, чего? Что вы хотели меня спросить на работе, но боялись? Я иду. Представьте, пожалуйста. На самом деле мы про вас все уже знаем. Вы скажите такую вещь. Когда вы уже свой альбом первый нам презентуете? Я надеюсь, что к лету у нас все будет. Приглашайте на презентацию. Ага. Это не вопрос. Еще вопросы какие-то? Да, кстати, такой деловой вопрос. Можно где-нибудь приобрести эту музыку, послушать? Или, может быть, скачать откуда-нибудь? Скачать можно... Извините, я вас не вижу. С нашего сайта acousticboots.ru. Ну, либо забить акустические ботинки в поисковике. Ну, и один из первых сайтов будет как раз наш. Там есть записи, студийных мало, прямо скажем. Одна пока. Вот. Остальные записи с концертов. Вот там можно это скачать. Ну, я надеюсь, в скором времени, вот уже несколько песен сейчас до ума доводим, еще выложим. Ну, и к лету будет альбом. Бог даст, будет. Ну, отлично. Тогда ждем презентации альбома, опять же, на нашем живом ТВ. А я напоминаю нашим телезрителям, что вы смотрите нас на сайте www.tv-l.ru или на сайте Карбина. Заходите на наш сайт, наш чат, задавайте свои вопросы. А какая еще музыка, помимо фольклора, оказала влияние на ваше творчество? Я предлагаю спросить у других участников, поскольку вопросы о музыкальных стилях меня всегда ставят в тупик. И о том, что на нас там повлияло, тоже. А вот кто у нас второй создатель группы? Да, Дмитрий. Я сейчас передам микрофончик. Вы знаете, сложно сказать, что на нас повлияло, потому что все слушают разное, да? Вот Вова слушает барабанщиков, да? Я, правда, басистов не слушаю. Это мое упущение. Антон, вот, он слушает баянную музыку, большой специалист. Поэтому... В сумме, вот, наверное, и получается то, что называется акустические ботинки. Не знаю из чего, но получается. Айван слушает, соответственно. Если прийти к каждому участнику домой, то можно увидеть у него на полке фонотеку. Волторнист — это лучшие волторны мира. Буйнист — лучшая духовая, наверное, да. Так, пошире возьмем. Ну да, вот это и слушаем. Вот. Ну, мы, наверное, сыграем следующую песню, да? Это будет вальс. Отлично. Вот. Если кто умеет перебирать ногами под этот танец, ну, можно, собственно, это делать. В небе звезда со звездой обвенчалась, быстрой кометой карета промчалась. Мимо надушенных барынь румяных лошади снег разгребали так рьяно. Кучер в руке своей чувствовал плеть, словно боялся куда не успеть. Увидеть тебя и умереть, увидеть тебя и умереть. Тройка
огнедых упивается бегом, мчится карета по первому снегу. Мимо зевак по пушистой пороше хлопают все, не жалея ладошек. Если же рядом тебя со мной нет, мне все одно, что свобода, что клеть. Увидеть тебя и умереть, увидеть тебя и умереть. Не надо и глаз твоих влажных, что будет дальше, не так уж и важно. Тройка гнедых унесла мое горе, мчится карета на вольном просторе. Что же ты хочешь, родная, ответь? Ну а вот я бы желал, как и впредь, увидеть тебя. Тебя и умереть, увидеть тебя, и умереть, увидеть тебя, и умереть, увидеть тебя, увидеть тебя, увидеть тебя, увидеть тебя. Ну, а под вашу музыку можно танцевать только вальс и народные танцы, или, может быть, еще что-то? Ну, это у кого как фантазии хватит. В принципе, под вальс, если постараться, можно танцевать совершенно любые танцы. А вот тут вот в зале было предложение переименовать группу. Сейчас я принесу девушке микрофон. Она объявит об этом. Ну-ка, ну-ка. Да, мы еще предлагаем два варианта. Это, например, «Лапти под фанеру». Угу. Галоши под живой звук. Еще есть варианты. Алюминиевые кеды еще. Мохнатые валенки. Ну, вариантов много, нас как только не коверкали, на самом деле. Вот. Ну, я предлагаю несколько песен все-таки сет сделать. Вот, так будет логичнее. Вот, следующая песня, которую мы сыграем, называется «Воробушек». Убит. Жесты о героях сквозь века молит, а рукопожатие шпаг скрестившихся конвой, слов заздравных братья, как за упокой. Сколько меч не вытирай, все равно в крови. Помех, а я такой гордый, все
хочу к тебе наверх. Жезлом меня вызвали, благодати алтаря. Мы начнем все с изнова, только ты и я. И не буду вытирать я тогда меча клинок, сомневаясь выбирать, завистью смотря в окно, где расправив перышки и запутавшись конец, прыгает воробушек беззаботный. Припев был в стиле регги, когда мы пришли в прошлом году на живое радио. Вот, нам почему-то думали, что мы играем в стиле регги. Вот, и пригласили с собой даже эксперта по регги. Вот. У нас в регги полторы песни. Вот, половинку мы сыграли, еще впереди целая будет. Вот, а следующая композиция, опять-таки народная, называется «Когда мы были на войне». Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене, там каждый думал о своей любимой или о жене. И я бы тоже думать мог, и я бы тоже думать мог, как когда на трубочку глядел, на голубой небо.
трубочку курил с турецким горьким табачком. Когда мы будем на войне? Когда мы будем на войне? Когда мы будем на войне? Навстречу пуля полечу на вороном своем коне. Навстречу пуля полечу на вороном своем коне. Я только верной пули жду. Я только верной пули жду, что утолит печаль мою и пресечет вражду, что утолит печаль мою и пресечет. Спасибо. Ну и потихоньку начинаем разгоняться. Пора уже, наверное. Следующая песня про барабанщиков. Называется «Бей барабан». Дай свободы глоток, громкий стук барабана. Электрический ток пропусти через раны. Без тебя посмотри, драйва нет в этой группе. Отсчитай раз, два, три, на четвертый мы вступим. Ритм задай ты такой, чтоб мурашки по коже. Обретенный покой, чтоб проснулся от дрожи. Темп гони, как коней, перелетные стаи. Чтобы мысли о ней осевсая мы стали. Бей барабан, бей! Бей барабан, бей!
стрелкам звени, чтоб курантов не слышать. Ты меня извини, если что не так вышло. Не стесняйся, стучи, выколачивай дроби. Ты меня изучил, жизнь моя — это хобби. Эй, барабан, бей! Бей, барабан, бей! Бей, барабан, бей, барабан, бей, барабан, бей, барабан, бей. Следующая песня называется «Проулочки». 9 мая посвящается. Да. По знакомым по проулочкам пройду, нарву сирени прямо на ходу. Пролетело быстро время, как я вставил ногу в стремя. По знакомым по проулочкам пройду, постучу условным стуком я в окно. Здравствуй, милая, не виделись давно. Я вернулся с поля боя, ну не плачь же, Бог с тобою. Здравствуй, милая, не виделись давно. А расскажи-ка лучше, как меня ждала, пока я в траншею зарывал талант. Как ты ночки коротала, как тоска тебя достала. Расскажи-ка лучше, как меня ждала. Но тебя живым, здоровым снова я увижу снова. Фотографию твою я берегла. Проулочком пройду, отцвела сирень душистая в саду. Позади все наши беды, возвратился я с победой. По знакомым по проулочкам пройду.
Спасибо. Мы продолжаем. Как раз та самая песня будет следом, которая вот на сайте выложена в студийном качестве. Называется она «Вербное воскресенье». Вот, пользуясь случаем, что я хочу передать, возможно, меня смотрят музыканты, которые живут в южных районах Москвы, а именно Царицыно, Бутово, Чертаново, ну и какие-то другие районы, которые я, может быть, забыл. Вот. Ну, в общем, районы, которые близки к Подольску. Вот. Мы репетируем по воскресеньям в Подольске. Вот. Нам нужны музыканты еще. Это может быть музыкант-духовик, музыкант, ну не знаю, скрипач, гитарист, клавишник, кто угодно, да, нам нужен еще один солирующий инструмент. Если есть желание и возможность, заходите на наш сайт, там есть все контакты. Вот, будем играть вместе. Вот, а следующая песня называется «Белый регги». Ребята, я
том, как когда-то я колоду нот тасовал, и вот я этот регги сочинил, на текст не пожалел чернил. В нем поется о лете, брызгах в солнечном свете, о дурман траве в буйной голове, о том, как жить на веселе, о первом парне на селе. В этом регге поется, как вода с неба льется, и огонь горит под ямайский ритм, как эфиопский триколор. Я над кроватью приколол, господа музыканты, рядом место вакантно. Что нас привело в этот Вавилон? Гордыня или звон монет? Жалко Боба Марли нет. Пою я, кто-то где-то воюет. Так скажу, да ну, не люблю войну. По мне так лучше в мире жить, чем всех поставить на ножи. Ведь духовный мой пастырь — это Джа, это Раста, Растафариджа. Мне б еще держать, чтоб мысли в дымке растворить, чтоб созидать твоя творить. О, регги, регги, на белом снеге, добавь палитру красок, зелено-желто-красных. Ну и теперь мы пропоем акапельно. О, регги, регги, на белом снеге, ге-ге-ге-ге, добавь палитру красок, зелено-желто-красных. О, регги, регги. Жалко, жарко от фонариков. А сколько у нас времени еще есть?
8 минут, отлично. Значит, 8 минут, тогда я, чтобы успеть это сделать в эфире, еще раз представлю вам, дамы и господа, музыкантов, которые сегодня играли. Вот. Итак, барабаны, Владимир Панин. Ваши аплодисменты. Бас-гитара, Дмитрий Квасов. Валторна, Иван Гончаров. Баян, Антон Денисов. Бэк-вокал, Лариса Горчакова. И лидер нашей группы Виталий Матюхин. Вот. И последнее, наверное, или еще, может быть, успеем. Композиция про пиво у нас есть такая. «Ода пиво» называется. Жажда в горле, долбит сушняк. Сейчас бы пиво, да прям натощак. Ну где же ты, предмет моих грез? Из ларьков, как назло, тебя ветер унес. Запотевшая бутылка холодного пива. Ты мне снишься во сне, о, как ты красива. Живительная влага твоя сводит с ума. Ох, тоска по пиву, до чего ж ты довела. Пиво. Зря живешь, но попробуй хоть глоточек и весь мир перевернешь. Пиво тебе пою я песню эту. Лучше пива ничего на свете нету. Пиво как без тебя тоскливо пиво. Эту оду пиво тебе пою.
Спасибо. Ну, есть время или все? Финал. Ребят, спасибо, что пришли. Вот всех благодарю. Кого знаю, кого не знаю. Это были акустические ботинки из Подольска. Да, к сожалению, программа «Живьем» подходит к концу. Спасибо тем, кто был сегодня с нами в клубе. Спасибо тем, кто смотрел нас. Спасибо группе «Акустические ботинки» за то, что были у нас сегодня в гостях. Спасибо московскому FM-клубу за его гостеприимство. С вами на Живом ТВ была программа «Живьем». Всем спасибо, всем пока, увидимся.